И еще об одной дате. Свой профессиональный праздник 5 октября отмечают сотрудники уголовного розыска. Центральное управление этого важнейшего подразделения полиции было образовано еще в 1918 году. В Белгороде в отделе уголовного розыска трудится 90 оперативников. А тех, кто каждый день рискует жизнью ради безопасности горожан, в сюжете Дианы Калединовой. Засады, погони, задержания, перестрелки – работа не из легких для настоящих мужчин. Таких, которые знают, преступник должен сидеть в тюрьме. Таких, которые ради этой цели готовы сутками быть на службе. Здесь не принято упоминать ненормированный рабочий день. Тут, говорят, служебная необходимость. Душой и сердцем мы с коллегами болеем за сохранение правопорядка в городе. Несмотря на ненормированный рабочий график, мы любим свою работу. Основная наша задача – сделать так, чтобы белгородцы чувствовали себя в безопасности. Эта запись видеорегистратора сделана в прошлом году. Машины оперативников преследуют автомобиль, на котором пытаются скрыться подозреваемые в краже. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий группа лиц в составе 4 человек была задержана. Для ее задержания около 2 недель работали в ночное время суток, устанавливали, следили. В итоге преступники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Роман Капшук свой жизненный путь выбрал еще в детстве. Мечтал охранять порядок. На службу в органы пришел после окончания Белгородского юридического института. Начинал в экономическом подразделении, затем перевелся в уголовный розыск городского УМВД. Веренная ему территория – так называемые Черемушки, старый спальный район областного центра. Только в этом году на своем участке капитан полиции Капшук раскрыл 20 преступлений. За добросовестное исполнение служебных обязанностей был отмечен благодарностями и почетными грамотами городского и областного УМВД. Сегодня в состоянии в составе городского подразделения уголовного розыска 90 человек. Они работают под руководством майора Дениса Лаптева. В ряды полиции он пришел 10 лет назад. Цель уголовного розыска должен быть смелым человеком, отзывчивым гражданам, кто к нам обращается за помощью, решительных своих поступков. Ну и с той чертой, которая присуща нам, это тоже своей хитростью, смекалкой. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгороду только с начала года раскрыли свыше 500 преступлений. Убийства, изнасилования, кражи, мошенничество. Благодаря слаженной работе разыскано 109 виновных и 142 человека без вести пропавших. Но уже поступают новые сообщения о преступлениях. Значит, для отдыха еще не время. И многие оперативники праздник, как всегда, встретят на посту. Наш праздник хочется по каждому из наших сотрудников и нашим семьям пожелать здоровья, благополучия, успех в нашей работе, ну, чтобы наши тылы были, как всегда, прикрыты, наши дома всегда ждали. Диана Калединова, Павел Емелин, к этому часу, Белгород.